Небольшой стол репетиционного зала буквально ломится от обилия кубков и медалей. Но довольные родители продолжают выкладывать все новые награды. На международных соревнованиях по спортивным танцам в набережных Челнах воспитанники из арт-данса в многочисленных номинациях заняли почти весь пьедестал. Маленькие звезды поделились своими впечатлениями. Мы не ожидали такого результата, потому что там были очень сильные пары. Я ожидала то, что у меня будет первое место. Когда я стояла на пьедестале, все кричали, что я заняла первое место в кубке 4 танца соло. Все радовались за меня. Неожиданно. Танцевально-спортивный клуб «Ардан» существует уже более 4 лет. И за это время побывали на десятках фестивалей. И отовсюду маленькие звезды привозили медали. Хотя в клубе занимаются и более взрослые пары, в том числе Елена и Виктор Корякины. Признаются, танцы – это их давнее увлечение. Раньше немножко увлекались и забросили, потому что негде было заниматься. А теперь появилась такая возможность, с удовольствием ходим. У нас дочь немножко занималась, конечно, пока ребенка не было. А сейчас у нас уже мама сейчас воспитывает маленькая совсем дочка еще. Так что внуки, может быть, будут заниматься. В соревновании участвовали и самые маленькие воспитанники клуба. Золотые призеры Артур и Аня своей победой очень гордятся. Мама Ани признается, что переживала больше, чем сама дочь. Ну, волнение в первую очередь. Все равно волнуешься за нее, как она выступит, что она. Потому что даже когда получает ребенок низкие оценки или высокие оценки, все равно волнуешься вместе с ней. Гордость, когда выигрывают, когда получают кубок, когда высокие баллы получают за массу спорта. Гордость, конечно, гордость. Гордость за юных танцоров испытывает их художественный руководитель Альбина Аглямова. Признается, что победы – это заслуга многих людей, про которых не стоит забывать. Это также труд моего помощника-тренера Рамиля Рязванова. Это также большая благодарность Татьяне Викторовне, главному руководителю ТСК «Арт-данс». Также огромное спасибо Фурзе Тагирьяновне, директору городского центра культуры. И огромная благодарность, без которой бы вообще не состоялся ни турнир, ни наш клуб – это родители. Педагог считает, что спорт высоких достижений – это не обязательно приоритет больших городов. И на международном чемпионате в Татарстане делегаты других стран и крупных мегаполисов теперь надолго запомнят название небольшого башкирского городка. Резеда Садрединова, Дмитрий Кузнецов, «Время новостей».